Друзья, всем доброго времени суток. Я далеко не профессионал, но в выходной решил потратить свой на тихую охоту. Это металлоискатель, металлокоп, как его еще правильно назвать. Я ни разу в стране не нашел, но вот я купил легенду себе. Выдает лайт, что-то такое называется, на Валбрис сказал. Цена вопроса была там, посмотрите на Валбрис, сколько стоит. Вот. Ну, блин, я... Там было написано красиво. Чернет отделяет от цветных металлов, всякое такое. Но реально, он пищит на все почти одинаково. Ну, может, просто я места не знаю. Вот видите, ножницы какие-то, блин, древние. И показывала вода, что там 50, что такое. Вот, сейчас сколько, пятерочка. Но это будет железо, показывает чермет, да. Это я знал примерно. Сейчас будем копать дальше. Вот он, гвоздь, кованый даже, по-моему. Старый, не знаю, каких времен, но старый. Я буду собирать, это все, пускай лежит. Металл уйдет. Это труба, тоже показывал 56, 50 вода. Но выкопал. Я уже звонил службу поддержки легенды Нокта. Они сказали, что нужно привыкать. Я вот хожу, привыкаю. Может, когда-нибудь научусь все-таки. Я настройки все полностью не могу делать. Время придет, научусь. Там какие-то блогеры показывают, что для чайников. То, что он показывает для чайников, но мне непонятно. Хоть я в этом делаю для чайников. Буду своим опытом учиться. Но самый кайф это вот как рыбаков. Не так поймать рыбу, как просто половить. И так же у меня. Просто походить, половить. А может быть повезет и научусь. Золотые ворота найду. Пробочку нашел. Вот сегодняшний мой улов. Кому интересно, не забывайте подписываться. Ждите нового всего. Написано было очень красиво, что отделяет цветные металлы от черных металлов. Но и то, как вы видите.